Это футзал, это Спортмастер Про, Кубок России по мини-футболу. Мы с вами посмотрим ответный матч четвертьфинальной стадии. ЛКС против Норильского Никеля. Первый матч закончился со счетом 1-6 в пользу норильчан. Вот такое стартовое сочетание у Норильского Никеля. Андреев, Дунец, Гуляйкин и Гибатуллин у ЛКС. Низамутдинов обыграть не удалось. Лялин перехватывает мяч. Родригиньо. Удар по воротам. Нанда наносил. Выше ворот. Гуляйкин в касание. Удар! Великолепно работает Николай Балашов. Гибатуллин. Удар. И Александр Дунец забивает. Я бы сказал, добивает мяч в ворота соперника. И если в прошлом матче быстрый гол забили норильчане, то сегодня это сделали футболисты ЛКС. Алекс. Скатил Кутузову. Передача классная. И Кудзиев забивает мяч в ворота. 1-1. Ну, Родригиньо тащит мяч. Нанда. Шакиров. Шакиров подработал под левую. Передача на дальнюю штангу. И как сейчас Родригиньо не замкнул. Заброс. Шакиров в касание. С лета пробил в дальний угол. Хорошо подработал мяч Шакиров. Нанда с мячом. Нанда против Залалединова. Нанда. Удар. Точно в уголок. Рядом со штангой. В притирку. Без шансов. 2-1 в пользу Норильского Никеля. Елисеев. Налево. Низамутдинов. Удар Низамутдинова. Ближний угол. Не точно. России. Мяч у Нурникеля. Удар по воротам. Тимерлан Алибеков. Только что мы проговорили с вами о том, что он впервые появился в этом противостоянии. И тут же, как будто нас услышал, он включается в игру и отмечается результативным действием. 3-1 в пользу Нурникеля. Крутой. Сместился. Удар. Браво, Залалединов. Это все во вратаря. Пока Геджо. Классный перехват Геджо по центру. Александр Дунец смог сейчас. Пятый фол, правда, они совершили. 5-5 по фолам. Удар Гибатуллина. Ну, здесь вновь. Передача в центр. Дунец. Гол. 3-2. Александр Дунец. Возвращает свою команду в игру. Ну, имею я в виду, конечно же, эту конкретную игру. Во вторую встречу. Перехват ЛКС. Низамутдинов. 2 в 2. Сам отклеивается Низамутдинов. Пас на Александра Сурина. И Александр сравнивает счет в этом матче. 3-3. 8 минут еще играть в этом матче. Алекс вновь попадает в руку. Нанда, разбег. Удар! Без шансов. 4-3. На сей раз решил верхом пробить 20-й номер Норильского Никеля. Давайте посмотрим повтор. Большой, высокий разбег. И классный удар с левой ноги. Точно в 9 баллов. С первым матчем. Гибатуллин. Удар и Шевченко надежен. Андреев, еще один удар в ближний. Классная передача, но Сурин перехватывает под Каверов. Удары. Стелется в подкате сразу два футболиста Норникеля. Залалединов пошел в штрафную. Низамутдинов бьет в стенку. И финальный свисток арбитра звучит. 4-3 в пользу Норильского Никеля. Поздравляем норильчан с выходом в финал четырех Спортмастер Про Кубка России по футзалу.